нашей книжки. Двойняшка, Машка с Мишкой нам не дадут заснуть. Их добрый Тышка друг, он шустрый Яшкой друг, решил страну мечты искать, а Мышка будет помогать. Все равно пойдут в большую, неведомо какую, весла и горя нет. Пути не будет скучно, друзья их неразлучны, и многое узнают тут. И вас, ребята, в путь зовут. Дружбаландия! Там, где ты не был! Здравствуйте, мои дорогие друзья! В эфире Дружбаландия, которая поможет быть смелым, где нужно, и осторожным, где необходимо. Ребята, а вы знаете, когда нужно быть осторожными? Нужно быть осторожными, когда по дороге опасности и ловушки. А что же такое ловушки? Это опасность, и нельзя вырваться. В нее попадаешь, когда не ожидаешь. А может, кто-то из вас хотел бы попасть в ловушку? Нет, никогда. Только не в ловушку. Но самую красивую, в самую добрую-добрую ловушку. Нет. Добрых ловушек не бывает. А тем более красивых. Давайте узнаем, что Дружбаландия нам скажет. Она нам точно раскроет все секреты о ловушках. Опасная ловушка. Вот, это у нас настоящая мышеловка. Ловушка. Но для того, чтобы узнать, бывает добрая ловушка или не бывает, мы сейчас с вами проверим, как она работает. Кто может попасться на эту ловушку? Мышка. Мышка. Но для того, чтобы мышка попала в эту ловушку, нужно положить приманку. То, что любит мышка. А что любит мышка? Сыр. Сыр. Так мы с вами и сделаем. Мы положим в эту ловушку сыр. И мышка, когда видит сыр, для нее сыр так привлекателен, что она совсем не видит ловушку. Скажите, а она может съесть сыр так, чтобы не попасть в ловушку? Не сможет. Вот сейчас мы с вами посмотрим, как она не сможет. И она попалась в ловушку. Так и в нашей жизни бывает, что человек может попасть в какую-то ловушку, которая может очень сильно ему навредить. И с нашим героем Яшей тоже приключилась одна история, благодаря которой он и его друзья еще узнали об одной опасной ловушке. У нашего героя Яши сегодня было радостное событие. У него дома появился компьютер. Это была давнишняя Яшина мечта. Теперь он много что может сделать благодаря такому чуду техники. Яша сообщил радостную весть своим друзьям. Они пришли посмотреть на Яшину гордость. Да, компьютер был и правда красивый, новенький, большой и даже блестел. Яша просто сиял от счастья, как и его компьютер. Яша, вот это да! Но это действительно хорошая вещь! Да, вещь, что надо. Мальчики, Яша, а пойдем на улицу сейчас играть. Такая погода хорошая. Все цветет, зеленеет, весна на дворе. Чего дома сидеть? И правда. Но Яша сказал. Вы идите сами, ребята, без меня. Я тут с компьютером посижу. Разобраться нужно и все такое. Друзья посмотрели на Яшу, пожали плечами и пошли играть сами. На следующий день друзья тоже хотели все вместе поиграть, но и теперь Яша отказался идти. И так продолжалось целую неделю. Все уже начали беспокоиться за друга, что это с ним происходит, и они решили узнать, в чем же дело. Маша, Миша и Тышка пришли к Яше и увидели странную картину. Яша, как вкопанный, сидел за компьютером и даже не заметил, что пришли его друзья. Даже не поздоровался.
Что с тобой, Яша? Мы за тебя так переживаем. Ты совсем не выходишь на улицу и не дружишь с нами. Но Яша, похоже, не слышал Машу. И чтобы как-то привлечь внимание Яши, Миша подошел и отключил провод от компьютера. Что ты наделал? Я же играл в такую интересную игру! Ты все испортил! Это ты все портишь. Ты нашу дружбу портишь. Променял нас на этот компьютер. Неужели он тебе дороже, чем мы? Ты будто в ловушку угодил. Ты изменился, Яша, не в лучшую сторону. И злой какой-то стал. И друзья вышли во двор. Они надеялись, что Яша все поймет, как плохо на него повлияла эта новая игрушка, и примет правильное решение, и выйдет к ним. Но Яша так и не вышел. Яшу не видели во дворе и всю следующую неделю. Но вот настал день, когда друзья вышли на улицу и увидели, что Яша уже ждал их возле любимой песочницы. У него засветились глаза, и при виде друзей щеки запылали румянцем. Простите меня, пожалуйста. Просто компьютерные игры очень меня захватили. Прямо как ловушка. А почему ты сейчас не играешь? Ой, мне эти стрелялки, роботы и погони уже по ночам стали сниться. Я уже не знаю, как мне жить дальше. Яша, живи как и раньше, вместе с нами. Если, конечно, мы интереснее компьютера. Конечно, вы мне дороже, чем компьютер и игры. Просто теперь я понял, что сам стал как робот и что попал в опасную ловушку. А вы помогли мне оттуда выбраться. Вы настоящие друзья. Компьютер может быть очень нужным нам в работе, но если он вытесняет самых дорогих и близких нам друзей, родных, то он становится просто опасной ловушкой. И Яша понял это. И в этот же день Яша пошел и удалил все игры на своем компьютере и стал проводить больше времени со своими друзьями, ведь друзья живые. А компьютер всего лишь железячка и ни капельки не живая. А вы больше времени проводите с ловушкой или с родными или друзьями? С родными и друзьями. А я играю и общаюсь с мамой. Хорошо, вместе. А я только когда мама уходит. Ага, сам играешь, да? А я играю только после того, как сделаю уроки. И то недолго. Молодец. А я играю только в познавательные игры. Да, компьютер может приносить нам и пользу, как развитие, и вред, если мы попадаем туда, как в ловушку, и играем, и не можем остановиться. Но нужно нам всегда помнить о том, что у нас есть друзья и родные, и никогда не попадать в такую ловушку. А еще с помощью компьютера вы можете смотреть любимую передачу «Дружбаландия». Только делайте это вместе с друзьями. Пока! Мышка, Яшка, мышка, и Машенька, и Мишка свой продолжают путь. И летом, и зимою, и осенью, и весною в страну своей мечты идут. И Дружбаландию найдут. Яшина зарядка. Рано утром солнце встало и в окошко засияло. Руки мы к нему протянем, на носочки дружно встанем. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Будем вместе приседать. Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять, шесть, семь. Не устали мы совсем. А теперь все руки в боки, как зайчатки, скоки, скоки. Раз, два, три, четыре, пять. Не устанем мы скакать.
раз, два, три, раз, два, три. Вместе с нами делай ты. Яшка с нами подтянулся, раз, нагнулся, два, нагнулся, раз, два, три, четыре, пять. Начал головой махать влево-вправо, влево-вправо. Голова ведь не устала, мы немножко отдохнем и опять махать начнем. Раз, два, три, четыре. В карусель мы превратились. Покружились, покрутились, стройных птиц мы превратились. Раз, два, три, четыре. Руки выше, крылья шире. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вверх, вниз, вверх, вниз. Мы присели на карниз. А теперь давай представим, бабочки везде летают. Нужно бабочку поймать. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь ищи наших героев на страницах журнала «Дружбаландия!» Там, где ты не был. Узнай с ними интересные факты о растениях и животных. Рецепты необычных блюд. Ух ты! Приглашаем тебя в захватывающее путешествие в каждом журнале. Ничего себе! Конкурсы, головоломки, кроссворды. Все для тебя. А еще вместе с Дружбаландией ты можешь сделать мультфильм своими руками. Я люблю это! Здорово! Пиши нам по адресу. Ну, в общем, по вот такому адресу. Или звони по телефону. Сейчас он выпрыгнет.